Прежде чем перейти к вопросу повестки дня, кратко характеризую текущее исполнение бюджета республики. По оперативным данным за 8 месяцев текущего года консолидированный бюджет республики мобилизован налогов и неналоговых доходов в объеме 139,4 миллиарда рублей. Динамика роста дохода консолидированного бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года характеризуется положительно. Поступившие в бюджет доходы позволили своевременно выплатить заработную плату работникам бюджетной сферы, оплатить коммунальные услуги бюджетных организаций, профинансировать другие первоочередные и социально значимые расходы. Несмотря на достаточно положительное текущее исполнение бюджета республики, до конца года возможны определенные сложности в полноте поступления запланированных доходов. Об этих рисках свидетельствуют расчеты крупных предприятий по налогу на прибыль в 2015 году. В связи с этим, при формировании бюджета на следующий финансовый год необходимо учитывать ряд обстоятельств. Находясь в едином правовом экономическом пространстве с Российской Федерацией, мы вместе испытываем известные экономические риски. На фондовых рынках, на валютных рынках сохраняется высокая степень неопределенности. Цена на нефть за последние прошла нижнюю точку практически за 10 лет. Все это осложняет работу по прогнозу бюджета и в первую очередь по планированию доходной базы. Исходя из конкретной экономической ситуации, федеральными органами предложено субъектам Российской Федерации при формировании бюджета на 2016 год придерживаться сценария по прогнозу социально-экономического развития с низкими темпами роста соответствующих показателей. Сценарий условий формирования доходной части вы видите на экране. Необходимо подчеркнуть, что проект бюджета на 2016 год основан на федеральных и республиканских нормативно-правовых актах. В свою очередь прогноз по доходам включает задачи по стимулированию инвестиционных и инновационных направлений социально-экономического развития республики. Реализация этой задачи достигается через представление льгот по налогам, поступающим в бюджет республики. По всем этим направлениям приняты соответствующие законодательные акты. Прогнозные размеры льгот вы видите тоже на экране. Процесс работы по формированию бюджета на 2016 год Министерством финансов совместно с Министерством экономики, налоговой службой, отраслевыми министерствами, предприятиями проведены расчеты по прогнозу отдельных налогов, рассматривались предложения муниципалитетов по формированию доходной части местных бюджетов.